Всем привет! Это видео не было бы, если пару дней назад не произошло то, о чем я сегодня хочу рассказать. Так-то я хотела поговорить на другую тему, но сегодня я буду бомбить. Правда, стоит, наверное, сделать дисклеймер. Я бы не пошла лично писать такого художника, и вам не советую так делать. Артеры так-то имеют право делать что угодно у себя в пабликах, и я им не указ. Но высказаться у себя, я думаю, могу. Ну, не буду я долго тянуть, так что начнем. Я была подписана одного классного художника, который мне очень нравился. Он рисовал противоположные мне вещи и, наверное, поэтому так мне нравился. Потому что я не стремилась быть похожей на него, а просто смотрела на его красивые картинки и вдохновлялась. Подписана я была на него около года или около того. Я любила его настолько же сильно, насколько я ненавидела. У человека было около 5000 людей, и он постоянно жаловался на актив, при том, что он был очень даже хорошим. И, конечно, все художники иногда жалуются, я тоже жалуюсь. Все жалуются, да. Но такие посты у него были буквально через арт. Ладно, мне реально без разницы, я игнорила такие выводы, хотя все равно было немного неприятно, когда постоянно заходишь к нему в паблик, а там было написано, что типа вы ленивые, не уважаете мой труд, я стараюсь рисую, а вы не лайкай. Ну и так далее по списку. Особенно это неприятно людям, которые постоянно лайкают и активят. Еще этот артер любил каждые пару месяцев менять паблики. Типа, так за ним будет бегать только та часть аудитории, которую он нравится. И вот уже при мне он переезжал 4 раза. И недавно произошел 5-й. Мне кажется, он испытывал людей на прочность, потому что так часто переезжать — это просто какой-то трэш. И зато теперь я точно знаю, что 5 — это мой максимум. Короче, отписалась я и чекнула напоследок его последний пост о переезде с ссылкой на новый паблик. И мне кажется, там помбанули вообще все его подписчики, потому что там было столько негативных комментариев. Просто кошмар. Все были очень довольны, что Артер мало того, что требует постоянной активности, а даже от тех людей, которые активят, так еще и переезжает. Чтобы вы понимали, если бы это было просто тихий, молчаливый переезд, даже в 5-й раз, я думаю, никто бы не бомбанул. Но, естественно, все это сопровождалось выпадами, что я не хочу находиться в паблике, в котором меня никто не любит, где нету хорошей аудитории, я хочу ходить только с хорошими людьми. Естественно, та самая часть хорошей аудитории тоже бомбанула. Ну, в общем, Артер потерял большую часть своей аудитории чисто из-за собственных загонов. Морали у этой истории нет. Может, кто-то скажет, что я не права, ну да и ладно, я тут как бы не собираюсь срать, разводить, я просто делюсь мыслями. Просто переезд — это как-то радикально и муторно, проще удалить неактивных подписчиков. Я ближе к круглым числам обычно удаляю всех собачек из паблика, и вот как бы и все. Спасибо, что выслушали. Расскажите, что вас бесит других художников, может, я вас тоже бешу и не знаю про это. Ну и не забываем нажимать на кнопочки всякие под видосом, да-да. Ладно, всем спасибо и до следующего видео.